Всем привет! Узкогабаритный гусеничный трактор Т-54В производили с 1967 года на Кишиневском тракторном заводе. Машина предназначалась главным образом для работ на виноградниках, что определило некоторые конструктивные особенности этой модели. В основу Т-54В легли инженерные решения, ранее воплощенные в тракторе МТЗ-50, выпускавшемся в Минске. Он считался одним из лучших в СССР, однако специализация новой модели на виноградниках потребовала существенных изменений конструкции. В первую очередь они коснулись ходовой части, колеса были заменены гусеницами. В разработке и запуске в производство новой модели кишиневским специалистам помогали сотрудники Минского тракторного завода, конструкторы оригинального МТЗ-50. Практически параллельно с молдавским предприятием выпуск Т-54В был налажен в Болгарии, в городе Карлово. Легкий, маневренный и достаточно универсальный трактор быстро стал популярным. В последующие годы два завода обеспечивали машинами виноградники как южных регионов СССР, так и страны Совета экономической взаимопомощи. Одним из первенцев Минского завода, созданным в 1948 году, был МТЗ-2, первый в стране трактор с гидронавесной системой, позволяющий обходиться без прицепщика. Однако уже через несколько лет он начал устаревать. По сравнению с более новыми моделями, МТЗ-2 обладал слишком низкой скоростью и недостаточно экономично расходовал топливо, оставляло желать лучшего и надежность машины. Результатом модернизации стала линейка тракторов МТЗ-5, разработанная в 1955-56 годах. Это были универсальные, мощные и экономичные машины. В 1956 году их усовершенствовали еще раз. Конструкторы завода спроектировали новый дизельный двигатель Д-50. Двумя годами позже вышли экспериментальные образцы трактора МТЗ-50. Его мощность достигала 55 лошадиных сил, а максимальная скорость 25 км в час. Кроме того, МТЗ-50 было значительно легче предшественников, более чем на 400 кг. Именно эта модель, пользовавшаяся в СССР заслуженной популярностью, стала основой для Т-54. Однако разработчики кишиневского трактора внесли в его конструкцию немало изменений. Главное из них касалось устройства ходовой части. МТЗ-50 был колесным трактором, в то время как Т-54 гусеничным. Кроме того, в отличие от минского универсала, он предназначался для работы на виноградниках. Это обусловило ряд других конструктивных особенностей, в частности в устройстве навески и механизма поворота, что обеспечивало большую маневренность, а также в форме и облицовке кабины. Позднее появилась модификация Т-54В, отличавшаяся от оригинала улучшенными гусеницами, закрытой кабиной и двигателем Д-50. Виноградники – специфический вид сельскохозяйственных угодий. Растения высаживают рядами, расстояние между которыми обычно составляет не больше 1,5–2 метров. Кроме того, виноградники часто разбивают на горных склонах со значительным рельефом. Как следствие, обычный универсальный трактор, которыми распахивают поля, здесь не проходит. Машина для работы в таких специфических условиях должна быть узкой и маневренной, чтобы не повредить насаждение, а кроме того, успешно справляться с крутыми склонами, значит быть достаточно легкой и мощной. Эти факторы и обусловили конструктивные особенности Т-54В. Кишиневский завод выпускал две модификации этого трактора. Модель Т-54В-S1 была универсальной. Она предназначалась как для возделывания виноградников с междурядьями более 1,8 м, так и для работ общего назначения. S2 – это был более специализированный трактор, предназначенный только для работы на виноградниках. Он мог спокойно маневрировать даже на междурядьях шириной всего 1,5 м. Другой особенностью трактора была его оригинальная ходовая система. Опорные катки снабжались подшипниками качения, а смазка поступала централизованно. Резервуаром для масла служили сами трубки тележки. Т-54В был достаточно легким, поэтому для лучшей работы навесных машин он был оснащен гидроувеличителем сцепного веса. Широкий диапазон передачи скоростей позволял трактору работать с самыми разными тяговыми нагрузками. Кабина Т-54
54V отличалась довольно высокой комфортностью. Ее оборудование включало вентилятор, аптечку и бачок для питьевой воды. Специальное устройство отбирало теплый воздух от радиатора двигателя и подогревало им лобовое стекло, предотвращая его запотевание в холодное время года. Таким же способом поддерживалась температура в кабине. Мягкое сиденье можно было отрегулировать по массе и росту водителя. Как в разработке, так и во внедрении в производство Т-54В сотрудникам Кишиневского завода помогали минские специалисты. В 1960 году МТЗ открыл для коллег 84 школы, в которых новаторы тракторостроения обучали рабочих передовым методам труда. Курсы успешно окончили более 900 сотрудников Кишиневского завода. Само предприятие в это время также активно развивалось. В работу ввели несколько новых цехов и участков. КТЗ теперь мог самостоятельно обеспечивать себя шестернями, который производил по 7 миллионов штук в год. Был открыт ряд участков по обработке, сборке и окраске основных узлов и других деталей. Специальный цех опытного производства выпускал экспериментальные образцы новых тракторов. Здесь же происходили их испытания. Трактор Т-54В производился не только для внутренних нужд страны, но и на экспорт. Особенную популярность он приобрел в усеянной множеством виноградников Болгарии. СССР помог соседу построить первый собственный тракторный завод в городе Карлово, выпускавший порядка 15 тысяч машин в год. Освоение производства Т-54В в Болгарии началось еще до того, как с Кишиневского конвейера сошла первая машина. В 1965 году конструкторы передали Карловскому заводу все чертежи новой модели. Документация на последующие изменения и усовершенствования также пересылалась с молдавского предприятия на болгарское. Взаимодействие двух заводов не ограничивалось корреспонденцией. Сначала группа специалистов из Кишинева побывала в Карлово, чтобы помочь коллегам во внедрении новой машины. За это их даже удостоили звания ударников коммунистического труда Народной Республики Болгария. Позднее и карловская делегация посетила Кишиневский завод, чтобы перенять опыт у сотрудников предприятия. Первый трактор Т-54В в Болгарии был выпущен в июле 1968 года. Всего год спустя объемы производства увеличились втрое. Впоследствии Карловский завод обеспечивал виноградными тракторами все страны СЭФ. А на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь в соцсетях с друзьями. Всем пока!